Привет, у нас Dying Light, новая серия. Нам сейчас нужно встретиться с Троем. Надо сразу посмотреть, насколько далеко к ним идти. Ну, вот быстрое перемещение где-то здесь, видите, перемещение. Я не знаю, что это значит. Ладно, давайте, наверное, уже отправимся туда. Дополнительные задания. Так, сейчас нам главное не сдохнуть, это точно. И вот здесь, я думаю, короткий путь. Точнее, быстрый путь. Блин, ну там опять в окно. Но я не хочу в окно, я хочу на крышу. Почему мы на тросе на этом летим? Именно в тот момент, когда... О, туда можно прыгнуть, но мы не долетим. Когда также летят самолеты. Как вы думаете, это опасно, если я буду перепрыгивать до туда? Прикольно. А, да не, не очень-то опасно. А, да не, должен, да, прыгнуть. Тут тем более... Ух ты! Почему? За выступ-то почему не зацепился? Что-то я не понял. Ну ладно. Странно, там вроде выступ был, это самое, металлические пластины. До свидания. Так, ну чё, магаз будем заходить? А, да, кстати, надо. Продать. Давайте продадим. Ну вот отсюда начнем. Военная винтовка. Ничего себе. Правда, она дешевле, у нее меньше урон. Но зато. Да, и она как-то похожа. Ну, продаем тогда ее. А, может, патрон больше было? Ну ладно. Так, это все продаем. Ну, две оставим на всякий случай-то. Хотя можно было, блин, это все не продавать нафига нам. Так, хорошо, давайте, что дальше будем продавать? Что-что, рабочий топорик, ну, из ближнего оружия у нас вроде все нормально. Вот сигареты бы надо продать, все, мы продали. Ладно, пока, я думаю, сойдет. Кстати, что у нас тут по арсеналу? Зомбарь тут тема вообще стоит, какого-то фига. Так, вот шарахнем. Дальше, куда нам нужно... Ну, я имею в виду, лучше всего куда спрыгнуть. Блин, самое главное, не долбануться бы. О, алкоголь. Нормально. А, ну вот здесь вот, собственно говоря. И вот на машинку на эту. Теперь... А, здесь решетка. Ну, ладно. Ё-моё. По-бурому давай отсюда. Быстро, 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 давай. Как я надо было аптечку, кстати, купить у него. Как я хреново упал-то, заметили, да? Один хп остался у меня, обалдеть. А, вон кто, я думаю, кто рычит. Какие-то знакомые рычащие звуки. Так, ну, вот в этой машине может быть аптечки. Хотя, да, могут быть. Надо посмотреть... Как тут? Легко, легко. Ну, не знаю, может быть, что-нибудь там ценное может ли быть, если тут сказано, что сломать тут все очень легко. Надеюсь... Да, я так и знал, что он упадет. Мы вообще в ту сторону идем? Что-то я не пойму. А тут... Секунду. А, так стоп, вот, мы пришли уже. Вот башня, наверное, да, или куда нам? Наверх, здесь сказано. Дети. Я слышу детей. Как-то еще тут забраться, ведь нам по-любому здесь как-то, нет? Хм, значит, снизу. Только надо смотреть. Молодец! Вовремя пробел нажал. Я боюсь, что это зомби-дети, они опасные. Блин, ну... Как тут пройти-то? И вообще, нам сюда нужно-то. Давайте спрыгнем. Блин, бешеные эти. Ну, здесь забраться вот можно. Так, хорошо. Ёб твою. Мне не нравятся эти звуки вообще никак.
Сейчас проверим. С верхов, может, что-нибудь. Как-нибудь тут можно забраться. Я просто не пойму, нам конкретно вообще в какую сторону это нужно. Ну, то есть... Где-то там наверху, выше еще нужно подниматься, да? Ну, по-любому как-то вот в башню проходить. А, так вот. За мной этот придурок бежит. Уйди нафиг. Все, сейчас разбегу прям. Да куда ж ты? Придурок ты. Я так и не научился, кстати, спускаться. Не знаете, как это делать случаем? Ну, мало ли знаете. Лично я что-то не знаю, как. Может быть... Да, ну вот как? А как спуск? Да не-не, стоп. Вниз. Ну, подожди. А, во, даже так можно. Да куда? Стоп, стоп. И туда, внутрь. Во, нормально. Вниз, наверное, да? Ёб твою! Надеюсь, это было заскриптовано. Хотя не похоже. А вот тут какая-то что-то интересное. Ну-ка. Есть. Так, с этим ничего нельзя сделать. Походу, это было не заскриптовано. Опа. Что-то все трещит, блин. Смотрим. Что я могу сказать? Судя по всему, вот сюда. Да. Ну, здесь какое-то подобие лестницы есть. Так. Сюда теперь. Так, нужно еще... Вот. Ой, что ж ты... Как я зацепился, не знаю. Ну давай. Не хочешь? Давай думать тогда. Иначе смотрим. Сюда. А дальше-то куда? На... А, где вход? Вот вход я нашел. Значит... Значит, раз. Не хочешь? Раз. Выше. На всякий случай еще выше. И вот сюда. Ой. Есть, не упасть. Так, стоп, а я вообще туда лезу? Ну, я думаю, да. А, тайник. М-м-м. Вот это, кстати. Офигеть! Оружие Тахира. Охренеть. Давайте заменим его на... Да на что хочешь? Вот на это хотя бы. Так, стоп. И теперь мы в инвентарь зайдем. Не, вы посмотрите только. А, ну здесь нельзя пока. А, все, это тайник, да, чуть я. Вот здесь сам вот это опасно достаточно. Нет, здесь по-любому никак. Значит, здесь. Ну ладно, просто. А, ну все, да, здесь можно выспаться. Сколько там у нас времени? Ну, посмотрим, если на задание куда-нибудь пошли, по-любому надо выспаться. Так, стоп, а нам опять не сюда. Блин, я вообще туда лезу, как вы думаете? Что-то у меня такое ощущение, что... Куда-то я вообще не туда иду. So, what do I have to do? You need to install it at the highest place possible. That way we'll have the best chance to break through. Okay, so let me guess. I need to head out to that giant antenna tower at the edge of town. The fastest way is through the sewers. Savvy will guide you over the radio. So contact him when you get to the other side. And Crane, when you install the amp, make sure to set the correct frequency on your radio. Pull this off, and the entire world will hear you. Let's hope so. See you, Troy. Трой, блин, я думал, это чувак какой-то. Трой. Имя такое. Ну ладно. Итак, нам до вышки. Подожди, не понял. Ага, вот что. Это он до той, что ли, вышки? Ладно, погнали в ту сторону. А, подожди, стой, там у этого чувак. Блин, а как спуститься-то? Так, чтобы не навернуться. Ну и так можно... А, вот здесь у него есть аптечка. Нельзя, да? А, поменяться можно, да. Продать что-нибудь сейчас, нет? Нафига? Вопрос, да, нафига? У нас все в достатке. Собаки там у соседей бесят. Гребаные соседи. Так.
Отвлекают меня. О, вот и пушка появилась. Блин, да у нас самое офигенное все. Это сколько? 5 раз починить можно. Да вы же, да это с ума сойти, круто. Вот почему, наверное, их так часто быстро мы мочили. Хотя у нас вроде бы не это оружие было. Ну ладно. Погнали. Все-таки надо было брать 2 винтовки, я считаю. Да какой 2? 2-то у меня есть, я имею в виду больше. Больше 2, чуть ли не 3. Кстати, можно испытать. Давайте. Ну, он, наверное, быстро ломается, я так понимаю. То есть, понимаете, это гораздо круче, чем арматура. Точнее, она примерно по урону такая же. Но, блин, насколько она мобильна. Насколько быстро с ней можно управляться. А я так понимаю, до этого нельзя было ее нигде достать. То есть, только победив самого чувака. Мы можем теперь ходить с ним. А что у нас еще? Ружье. А, 2 автомата и вот эта хрень. Блин, это просто несравнимая ни с чем арсенал. На данный момент у нас. Самое главное, его никуда не просрать. Но игры я выполнил уже 76%, так что все равно уже скоро концовка. Учитывая то, что каждая миссия это не процент. Ага. Офигеть. То есть получается мы даже... А чё я за мечами помечаю? Ну да, я наткнулся все-таки. Я говорил, что только лох наткнется. Не увидит. Ну, бывает. Так. Ты чё, не ожидал? Вон какая у меня штучка есть, а? Много отрубил. Блин, тут еще спуститься как-то нужно. А, ну вот тут, по-моему... Так, я боюсь, сейчас пробел нажму, я улечу вниз. Шипы. На шипы как-то неохота приземляться. Так, здесь пройти нельзя. Ну, тут можно. Там здоровяк, походу. Мы ему, кстати... А, нет! Бегом лучше отсюда. Просто бежим. Хотя нет, он не отвалит от нас. А я знаю, что сделаем. Так оказалось проще. Все это админами ему учтено. Ну хотя он и так взорвался, шум и так привлекает внимание. Тихо, кусак. Блин, походу тут вход. Судя по всему, он здесь даже вот... Как-то... Блин, слушайте, а ночь же наступает. Пипец. Я предлагаю, значит, сделать следующее. Выбраться назад. Сейчас мы кое-что сделаем. Цветочки тут растут. Так, самое главное. Это, ёп, еще что было? Так, здесь еще надо главное найти этот магазин. Ну, это место убежища. А, я так понимаю, оно где-то наверху. Нет, как что? Что вы думаете об этом? Ну, пипец, сейчас спускаться. Ну ладно, что делать? Мне просто нужно... Просто необходимо запастись также аптечками. Вот, здесь где-то. Здесь, по-моему, да? Наверх. Ну, может, здесь как-то подняться можно? Идите, пожалуйста, в задницу. Да, вот здесь, наверное. Сейчас по-бырому. О, во, стоп. На этом где-то уровне. Или выше. Нет? Не, ниже где-то, значит. Видимо, вот здесь. Сука, да... Шиб вас всех. Где-то он здесь, я его слышал. Да где ж ты? Блин, ребят, ну это бред. Кто-то что-то сейчас даже сказал, я слышал. Вот, ну на этом уровне где-то.
Блин, ну это... Тупизм. А, вот здесь, наверное. Все, понял. Вот, стоп. Так, это не то. Ну, где магаз? Магаз вообще где-то там. Блин, да ёб твою, ну сколько ж можно? Во-во-во. Во, здорово. Так, продаем тебе, знаешь что? Не, ничего не будем продавать, мы покупаем у тебя. Сейчас посмотрим, можем ли сделать аптечки. Нет, не можем, поэтому давай у тебя купим, дружочек, аптечек. А, подожди. Все? Или сколько теперь-то у меня их? 4. А че так мало-то? Ну, ёптаю. Жалко. Купить. Да это бред. Ну ладно, зато я сейчас посплю. Блин, сейчас спорим до ночи сначала. Сейчас ночь будет. А, как я и говорил. Да сейчас тебе 1 час спустя. Ну-ка, давай до утра. Че, лох, что ли? Все, до свидания, господа. Ни хрена не видно. Сколько сейчас времени, интересно? О, 7, нормально. Самое то. Вау. Не упасть бы. Все, быстро, быстро. Жалко, здесь нету, как в Far Cry, костюма крыла. А то было бы просто мега круто. Да ёп. 150 здоровья, кстати, заметили? Это все благодаря новым... Благодаря очкам, навыкам, которые мы с вами... Точнее, я прокачал. А, вот сюда надо... Опять звук проблема. Ну ладно, я думаю, не решит. Если я сейчас отойду, не буду записывать. Только трачу время. Вот здесь спуск. Может быть, здесь есть бечевка? Нет. А, я не вижу входа. Значит, с той стороны, по-любому. Точнее, я помню, да. О, вот это было эпично. Как круто я от него отвернулся. Удар и поворот. Блин, тут еще спрыгивать опасно. Помните, как я долбанулся-то? А может, воду стоит? Ёб твою, это этот здоровяк. Не хочу я с вами связываться. Чего? Он и что, умеет говорить? Или кто это говорил? Вход. В дерьмосвод. Ты не оживешь? Не. Блин, ну опять куда-то выше. Ну ёпа. А, во все. Охренеть. По-любому эти чуваки есть страшные. Которые ночью выходят только. Ну что это такое-то? Что ты тупой, что ли? О. А просто открыть. Ну, хорошо, давайте. Пердежный звук. Звук. Я говорил, что это звук этот из-за того, что записываю я программу. Пожалуйста, вам. Сейчас будет он картавить. Слушайте. Да не особо. Быстрая загрузка прошла, но я не записываю, потому что он, в принципе, я уже говорил, ничего нового там не говорит. Если хотите остановить видео, почитайте. Кому я это говорю? Любитель, блин, почитать. Мне стрёмно уже. К радиомачте. Ну, нам не просто... Тут подкат можно сделать, нам... Ни за что не дадут нам просто добраться до этой радиомачте. Проход до прохода. Ни за что не дадут здесь пройти спокойно. Без зомбарей я уже... Мне уже стрёмно становится. Там же эти дети. Я знаю, что с ним делать. Дети. Сейчас мы откроем дверь, а он там нас ждет. Полюбе. Ну, смотрите. Сейчас я как настрадаю. Сука, как так? Ты что делать-то? Что это такое? Здоровье бывает.
А где он? Я его не вижу. Ну что это за пипец? Я его даже не вижу. Вы охренели, что? Блин. Что за моналка, блин? Ну, пипец. А как туда зайти-то? Может, на волне как-то пройти? И здесь, наверное, никак. Хорошо, давайте там попробуем. Его пристрелить нужно по-любому. Не. Давай, давай, я застрял. До свидания. Твою дивизию. Ну беги ты. Кто это здесь? Оп! Ах ты тварь! Охренеть их тут! Там, походу, здоровяк где-то, так что бочки оставим на него. Побегать надо, чтобы отдохнуть. А где здоровяк? Да подожди! А может, не бежать надо отсюда? Потому что, мне кажется, их тут до хрена будет. Ладно, давай так. Ладно, проще вот этим долбить их. Еще один. Не желаешь отведать мясца? Все, началось. Началась горячка. Вот этот пипец. А, вот. Давай по одному в огонь вас кидать буду. Давайте так. А, так проще коктейлем их молотого. Ща мы в инвентарь зайдем. Вместо чего поставить-то? Вместо обычных сюрикенов, например. Скотина, а коктейли ты... А, вот он. Давай вместо сюрикенов. Может, он раздолбает эту хрень сейчас? Надеюсь, что нет. А, у меня же еще эти взрывные сюрикены. Во. А, нет, стоп, это не те. А, я их убрал, да? Походу, он сейчас это все расхреначит, нет? Ну чё, очко жмет? Забраться ко мне. Мелкие твари. Ничего не вижу из-за этого. Воды из-за этой. Можно вот этим сейчас спуститься и мочить их. Ну, давай дробовиком. Раз. Два. Так. Спускаться у меня пока что нет желания. А мне кажется, я буду шуметь, они до бесконечности будут прибегать, нет? Найдите подземный проход к радиовышке. Да сколько их тут? Давайте попробуем не шуметь. Сделаем следующее. Тварь, я ничего не вижу. Кто тут еще живой? Сейчас я вот этого хотя бы отберу. Надо намазаться дерьмом, наверное. Твари. Что делать? Я знаю, что. Надо чинить. А давайте попробуем дерьмом реально намазаться сейчас.
возьмем взрыв пакет, откинем вон туда. Походу они меня спалили. Баба тварь. А эти нет, кстати. Бежим. Нам ничего не остается делать. У нас нет, наверное, другого уровня. Потому что мне такое ощущение, что их будет тут до бесконечности. Они будут возрождаться, но с другой стороны. Мы можем нажать Б. Это было неправильно немного. Что делать-то? Сундук? А, нет, тут сундук есть, значит мы по-любому должны с ними расправиться. Тут, наверное, тихо. Иди, ты один. Это вообще баба, по-моему. Давай мазаться дерьмом скорее. На всякий случай. Отлично, прямо с жопы у него какашку достали. Извините, конечно. Но это так. Итак, может быть нам какой-нибудь зомби взламывает сундук. Каково это зрелище в канализации? Ну, в смысле, я же сейчас типа зомби. Ну, вот, топорик какой-то у нас есть. Давай. О! Вот это надо было. Сейчас будем посмотреть. Трудно? Ну, повезло, можно сказать. Наверное. Неплохая, наверное, штука. Так, еще раз дерьмецом сейчас намажемся. Или нельзя уже? Вот, с этого еще можно говно собрать. Отлично. Открываем. Закрывать надо за собой. Так, нам в эту сторону. Ох, в тоннеле, если сейчас попрут. Это пипец. Быстро, пока никого нет. А, тут открыто. Подожди, а мы, походу, назад еще вернемся. А, стоп, так мы назад, что ли, выбежали? Или я не понял? А, во. О, я знаю, что мы сейчас сделаем. Че, никто не хочет подходить? Что-то неохота бочки взрывать эти. Мне кажется, тут замес жесткий еще будет. Давайте сделаем вот так. Пока что прибережем бочки. Спрыгивать тоже нет желания особо. Но придется. Так, я вижу заветную дверку. Нам полюбе туды. Ёб твою. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Хотя можно было бочки взорвать. Ну, толку от них. Ну, давайте одну взорвем. Блин, так кислота это еще и действует. Если у тебя изжога, не обязательно сообщать об этом всем. Хочешь забраться, да? Еще как там темно немного, знаете, так. То есть плохо ориентируешься. Я точнее ориентируюсь. А, я знаю, куда нам сейчас нужно. Нам нужно забраться вот на... Ага, хрен вам, да? Что называется? Хорошо, хорошо. Сейчас подумаю. Быстренько сейчас подумаю. Если бы тут еще и замес... А, вот сюда, наверное, нет? Окей. Надо get from here to up there. Find a ledger something. Чего я не понял, он написал. Ой, он сказал. Что-нибудь придумаю или что? Ух ты. А. Я не знаю, можем ли мы туда подняться. Че, так просто? О, это наша тема. Патрончики. Откройте. Посмотрим, что там. Зомбарь, наверное. Нет, продукты. Ой, батарейка и продать.
тоже тут ящики нам дают запастись. Ну, нам не по... это, наверное, то, что нам даются, дают шанс запастись, это не значит, что обязательно там мясо будет. Потому что, если бы нас готовили к чему-то такому, какому-нибудь жесткачу, нам по-любому бы патроны или аптечки совали. Вот, а тут... Ладно, ух ты, ёпта. Слушайте, а я даже... А, ну так я знаю. А чё дальше-то? Ага, вот желтый, значит, смотрим, желтая труба. И получается, мне до туда аж надо и переть. То есть, не все так просто. И еще надо перестраховаться. Блин, ну, вот, надеюсь, что с первого раза все это пройдем дело. Он так прыгает стрёмно, меня же пугает. Ладно. Так, здесь, наверное, можно забраться вот так, ну, перепрыгнуть. Далее сюда по лестнице. А тут и лестница не нужна, и так допрыгнем. Так, а вот здесь, я думаю, труба уже не особо нужна. Поскольку мы профессионалы. И добираемся успешно. Надеюсь, нам сюда. А, да. И гребаный это сохранение было. Ну, с одной стороны, это хороший знак. Пипец. А кусаки меня тоже будут палить? Смотрите, они меня пока не палят. Сейчас действие закончится. Пожалуйста, быстрее, 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 быстрее. Ой, извините, все так спокойно. Я, вы видели, я... Мне кажется, они специально... Я долго достаточно прошел в этом состоянии, в грязном. Да, и самое главное, ночь. О, хрена. Вы заметили, да? Почему? Я же утро спал, неужели я так долго шел? Ну чё, блин, что-то свет, что... Свет, что ли, из окна светит как-то ярко, видно? Ладно. А, фонарь можно зажечь. Ну что, прыгаем. А нам, походу, вниз, друзья, да? А, спрыгните вниз, все верно. Только не знаю, в воду. Слушайте, а правда, в воду все-таки? Или вот сюда, в мешки? Давайте в мешки попробуем. Да, ну это пипец. Да это даже в воду ударишь с такого-то расстояния, высоты. Otherwise, there'll be no power to the antenna. Okay, where do I get this card? You'll have to search the containers. It'll be in one of them. Would I have to search the place? You mean the card might not even be here? No, no, it's there, mate. It's just the last guy who tried to do something like this made it to one of the containers before we lost contact with him. Типа надо искать еще карту. Ух ты, ничего-то новенькое. Трудные, говорят. Ну да. Ну они все такие трудные, просто говорю, там, на везение, как бы, еще так. Сломал. Зато знаем примерно вот тут, да? Опа. Ну, мне кажется, где написано «очень трудно», то там реально труднее. Охота прикрыть немного дверку. Но здесь, смотрите-ка, нормально. Да, нормально, реально. Разница между трудно и нормально, она немного близка. Ну, раз зашли,
сюда. Давайте смотреть, что тут у нас есть. Так, значит, тут просто было вообще. Есть легкие. Мне кажется, там вообще не должно возникнуть сложностей. Простой серп. Ну, это все пригодится нам, мало ли. Трудно. Блин, ну дают. Ну, пока справляемся на 5. Я считаю. И очень много что интересного здесь. Бечевка. Там можно аптечку сделать. Кстати, не зря мы покупали, у нас уже, у нас еще 2. Потому что если бы мы не купили, у нас бы было сейчас 0. А на данный момент нам нужно глянуть по чертежам. Аптечку мы пока не можем сделать. Ну и ладно, блин, самое главное, чтобы этих зомбарей не было здесь ночных. Я забыл, как их зовут. Я там все смотрел, кстати. А, пофиг вообще. Блин, хоть бы нам не давали больше зомби, но мне и канализации хватило. Но сейчас мне... Да, как же. Походу есть тот чувак. По-моему, это за скриптом сейчас что-то будет. Давайте попробуем так пройти. Я надеюсь, мы успеем. Хотя дождь идет. Все это дерьмо смываться нас будет. Будет. Пожалуйста, быстрее. Тут здоровяк. Пипец, что могу сказать. Ёб твою. Вы это видели? Ты хрен заберешься еще. Бегом! Ну что ж, друзья, у меня для вас сюрприз. Оу, е. Раз! Так, еще кое-что в инвентаре. Сейчас мы глянем. Великолепные сюрикены. А взрывающиеся нету? Вот. На место великолепных на время. Сейчас мы посмотрим. Ну-ка, давайте. О, ништяк. Ну-ка еще давай. Прикольно. С этого по-любому надо осмотреть. Еще он не дохнет-то, не пойму. Три, четыре. Так, секунду. Ну-ка еще разочек. Давай в башку ему прям. Ну дохнуть будешь, нет? Ну, все, нет, ну сколько тебя еще? Есть. Так, сейчас быстро осмотрим их. 424 доллара. Сучары, а? Уже они меня бесят. Ладно, сейчас будем делать следующее. Шум привлекает их, к сожалению. Ладно, врубаем фонарь, а так уже не видно. Ух ты, ух ты. Пугал, а? Сранец. Этого тоже минусуем. А где блевальщик-то, я не пойму, который меня плевался? Хорошо. Блин, да где он? Я не вижу. А, вот.
по-дурски. Здорово! И пока. Все, теперь надо смотреть. Ну что, ищем? Только что. Забыл. Блин, да какая доска? Ты что, упал, что ли, вообще? Да какая, блин? Ладно, я просто не видел, что там. Так, поищите карту. Кропку. А у этих чуваков не может быть? Так, это молот. Давайте смотри где-то внутри. Вот тут еще один чувак был, да? Или он взорвался? Или он ушел отсюда? Да, он за нами бегал, по-моему. Так. Марля. Блин, это фигово. Ну, точнее, Марли, конечно, неплохо, я имею в виду, что нет карты. Это вообще не круто. Вообще что-то. Похавать. Так, извините за звук. Надеюсь, он скоро пройдет. Давайте думать. Смотреть. По карте у нас указано это место где-то вот тут. Давайте в этом месте поищем. Где-то здесь. Уж у этих чуваков, как вы думаете, может быть такое? Я думаю, нет. Почему-то мне так не кажется. Точнее, почему-то мне кажется, что это не так. Нифига себе, урончик. Один раз долбанул, и все. И устал. А, ну, где может быть? У меня просто даже вот мыслей никаких пока нет. Так. Так, если смотреть. Обычно должны помечаться. А, подожди, вот там дверь еще какая-то. Да, может быть... Блин, тут закрыто. Пипец. Ладно. Здесь... Тут по-любому компьютеры всякие, наверное, здесь-то уж точно что-нибудь добудем. Начнем. А, все, ничего нет, да? А, ну шикарно, чё? Конечно, ничего нет. Надо было сразу сюда сбегать, не мочить этих зомбарей. Сколько их там надо? Еще одну, да? Ну ладно. Будет не очень круто, если да упаду. Holy shit! Worst bridge ever. Вот это опасно быть реально. Блин, я вообще вспотел. Так, осторожно. Осторожно. Прыгай! Есть! Они еще и с оружием, обалдеть. С этого смотрим. Ты еще жив. Какую часть осматривать? Вот эту, там где карманы. Здесь перелезть можно. А нет, стоп. Обалдеть. Без взрыв пакетов, мне кажется, здесь не обойтись. Так, настраиваем сюда. Только самое главное еще найти подходящую точку. Там, по-моему, еще какие-то баллоны были, нет? Охренеть. Что-то я не докинул, походу. Я вообще хотел... Ладно. Ну это пипец, если... Как с ними бороться-то? Открыть можно. Но, в принципе, можно и поискать просто. Давайте сейчас. Неохота, правда, входить туда. Наверное, придется. Сейчас. Вон, да, далеко. Давайте, подходите. Что я сделал? Еще давай дальше. Ну вот туда, да-да-да, в бочке.
Но я не хочу туда входить, они меня достанут. Я там не могу нормально быть, не смогу поискать нормально. Сейчас коктейль... А, сейчас будем сначала коктейлем Молотова долбить. Раз. Здесь, наверное, лучше всего. Также будем... Ну, пробьют, нет? Не, не пробьют. Сюрикенами долбить их будем. Ляха тут. Ну, хрен это было. Пипец. Чё будем делать-то, я не знаю. Попал, нет. Ладно, отсюда давай. Урон нормальный. В принципе, сойдет, я думаю. Хотя бы одного надо замочить. Или нет? Да, наконец-то. Все, теперь этого. Все шикарно. Блин, немного коряво вышло у них. Я уже давно вообще-то здесь, чуваки. Точнее, чувак. Блевальщик. Промахнулся, ну бас, ладно. Вот он. Минус один. Охренеть. Ну. Ты что ты делаешь? У меня для вас сюрприз. В виде двустволки. Раз. Другого способа я не вижу. Ну, это более простой способ. Ну, а этого на мяско можно. Сигаретики. Ну, продать все эти дела можно. $7. Здесь, наверное, все это сгорает. Сюда давай войдем. Сюда нельзя. Так, куда дальше? Много времени я уже играю, надо бы завершать. Здесь что-нибудь? Хм, здесь тоже. Может, вообще ни в какие двери тут не надо входить? Вот так смотреть. Так, да, я бы здесь завис, если бы не убил их. Это кажется. А, подожди, стоп. Тут же кран какой-то есть еще. А, сейчас. Кажется, я знаю. Взрывальщика тут нет, было бы опасно. Пожалуйста, будь тут. Пожалуйста. Тихо стало. Ну, почему здесь ничего нету? Хорошо. Идем сюда. О, вот это вот, вот. Yes, поменять можно. Так, сейчас мы в инвентарь глянем тут какое-то дерьмо. Во, вот это надо. А можно было разобрать. Полезные вещи какие-то были бы. Ну что, теперь нам надо войти в электроподстанцию. Продолжим на следующей серии.